Доброго времени суток, YouTube, уважаемые видеослушатели моего канала, уважаемые контрагенты. Мы сейчас с вами находимся на странице нашего сайта для юридических лиц, посвященная получению услуги дистанционных психологических обследований. Поговорить я в этом видео хотел о нашем ценообразовании. Оно очень простое и прозрачное. Все зависит по цене от того количества обследуемых лиц, которые заявляет наш контрагент для проведения ПФО. Обратите внимание, очень странная цифра вот здесь вот, 31 600, 8700 рублей. Мы еще можем сделать скидку, но это не скидка, я сейчас поясню, о чем идет речь. 31 600, если обследование от предприятия проходит до 5 человек, то есть 1, 2, 3, 4, 5 человек, это имеется в виду директор, главный инженер, заместители директора, начальники отделов, цехов, одним словом, до 5 человек, стоимость такого обследования составляет 31 600 рублей. В том случае, если более 5 человек, 10, 15, 20, 30 и так далее, стоимость существенно снижается пропорционально тому количеству, которое предприятие заявляет. Я уже говорил об этом. Поэтому не удивляйтесь. Открою вам небольшой секрет. Для медиков, медицинских организаций, ПФО вообще стоит 4500 рублей. Соответственно, минимальная сумма, за которую может быть оказана ПФО для промышленных предприятий, авиапредприятий, железнодорожных предприятий, нефтегазовых предприятий и других предприятий, которые так или иначе сталкиваются с источниками ионизирующего излучения или проводят какие-то особо опасные виды работ, стоимость может снижаться. Наш бухгалтер рассчитает все это дело по количеству обследуемых лиц до 8700 рублей. Ниже мы спускаться для промпредприятий, организаций мы уже не можем. Это уже будет... Мы сработаем в ноль. То есть 8700 это наш потолок. Но медики при больших количествах обследований стоимость ПФО составляет 4500 для медиков исключительно. Поэтому ничего странного в этом во всем нет. Мы сейчас работаем вот по 31 600, но рядом вот у меня находится бухгалтер в кабинете. И она, соответственно, сейчас готовит ТКП со стоимостью... Раиса Павловна, сколько у нас сейчас под СОКСом? 12 600. Вот сейчас готовится ТКП на 12 640. То есть бухгалтер пересчитал с учетом количества обследуемых лиц и... Коммерческое предложение отправляется в настоящий вот момент, отправляется по сумме в 12 640 рублей. Вот такая вот интересная история. Благодарю вас за внимание и удачи вам!